если в целом игру оценивать, то, наверное, действительно, я соглашусь с вами, очень много моментов, которые мы не реализовали. И тем самым мы устроили себе нервную концовку, пропустили совсем необязательный гол там, в одной из редких атак. И получилась такая напряженная концовка. Но хорошо, что так все закончилось. Но, наверное, то, что не понравилось, это действительно реализация. Мы в первом тайме достаточно много создали моментов. Да и во втором то же самое, особенно в начале, где три момента стопроцентных мы не реализовали. Вот это немножко так пугает, но главная победа мы все-таки одержали, долго к ней шли, 6 туров не выигрывали, поэтому любая победа, она дорогого стоит. В принципе, у нас всего 2 суток на восстановление, сейчас только завтра восстановимся, и послезавтра мы уже заезжаем на карантин, разберем эту прошедшую игру, посмотрим игру соперника и в бой, как говорится, все-таки заключительный матч. Хочется закончить его на мажорной ноте, это значит победить, и все в наших руках.